when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Зашел в чешскую IKEA. Давайте посмотрим ассортимент товара и цен, и сравним их с израильскими ценами и ассортиментом. Так. Это все, конечно же, в кронах. Такая вот стойка. В Израиле, в израильской IKEA такого нету. Стоимость в кронах. Действительно, как-то по-другому сам вид IKEA изнутри, сама расстановка. Все по-другому. И, соответственно, ассортимент другой здесь, Израиля. Это, я так понимаю, вот эти вот штуки. А нет. 49 крон. Вот такие вот стаканчики. Или что это? Это детская комната сразу началось. Я не буду много говорить, что почем, потому что я, как понимаете, чешский язык не знаю. Некоторые слова, конечно, не похожи на украинские слова. Вот я их понимаю, но в основном нет. Поэтому я буду показывать только цены. И в основном крупным планом. Это, так понимаю, поднос. Это вот этот вот плед, написано. Плед. Это такой вот диван раскладной. Вот так он раскладывается. Это вот эти вот кресла. Это Ингор Кампрад, основатель IKEA и хозяин. Это конференционный столик. Вот этот вот. Это вот эта вот ваза, я так понимаю. Мне нравится, как сделано здесь IKEA. Намного красивее, чем в Ришон-ле Циона. Интересный интерьер. И организация
самого пространства интересно. О, это свадебная комната, типа. Витрина. Свадебное платье. Ух ты. Прям кабинет целый. Тебе столик. Вот этот вот, я полагаю. Это стол для работы, вот этот вот. Кабинетный, офисный. Стоимость его. Периодическая таблица Менделеева. Люстра такая. Тут, по-моему, товар кардинально отличается от израильского. Это трехместная раскладной кровать. Вот не кровать, а диван. Вот этот вот. Его стоимость. Вот это вот тебе столик. Вот его цена. Ну вот и вот цена, если желтая, кстати, если желтый ценник, то это значит скидка. О, как у меня стоит на этом 299 крон. Вот эти вот, я не знаю, мне кажется, это не очень хорошие провода. Я их никогда не брал в руки. Вот это вот TV-столик. Его стоимость. Скринка, вот это вот цена. Подсветка всякая разная. Цена. Соответственно, сравнивайте цены с израильскими. Это вот эта вот тумба. Витрина. Стеклянная такая большая витрина. Детская комната. Типа комната стримера. Вот тоже интересная комната. Кресло.
Не знаю, кожаное оно или нет, скорее всего нет. €399, у меня такая лампа есть. €4690, это вот эта вот шкурка, якобы натуральная. Вот эта лампа прикольная с беспроводной зарядкой. Канцелярский стул, это вот он, походу. Зидле, да, это он. Пятьсот что-то. Что-то черное. А здесь канцелярский стул, 1490. Мне кажется, намного, я говорю, мне кажется, намного аккуратнее сделано, чем в Израиле. Лесенки. Ух ты! Прям с Мона Лизой. А вот интересно, размер самой Икеи везде одинаковый, во всех странах или же нет? Вот смесители. Сантехника всякая. Морозилка. Субтитры создавал DimaTorzok.
морковка. Лита. Вот этот вот столик. Расходной стол. Это тоже раскладной стол. Вот такой вот. Стоимость. Это все столы получаются раскладные. Получается, жидле – это стул на чешском, а стул – это стол. Вот так. Намного прикольнее сделана IKEA, нежели в Израиле. Мне нравится больше. Умный дом. IKEA-вский. Это, я так понимаю, все, что здесь находится, 11700. Хотя мне что-то трудно в это вериться. Это... цена. Кровати. Нет, это цена чего-то там, что-то не могу перевести. А, все, я понял. Это цена вот этой вот штуки, изголовья. А вот это вот цена самой кровати. Цена самой базы, а это цена изголовья. Сколько кроватей? И здесь это все детское, я так полагаю. Мне кажется, что это детское.
пингвины. Это цена за вот эти вот штуки. Идем по стрелкам, как и в израильской Икее. Это на уголки вешать, чтобы не обиваться. Об них от сна. Вот от сна на них. Комод. Вот этот вот. Киты. Цена за кита. Сердца, вот такие вот, с руками. Это детский халат. Вот тут много всего. А тут и печенье, и шоколад. Игрушек очень много. В Израиле, мне кажется, нету столько игрушек в детском отделе. Получилось видео со сравнением цен в чешской Икее против израильской Икее. Так что чекайте. Вы знаете, что я снимаю
в израильской икее много. И теперь я снял вам цену в чешской икее. Напишите в комментариях, где выгоднее, в Израиле покупать, либо же в Чехии. Ставьте лайк, не забывайте. Спасибо за просмотр видео. Всем пока-пока.